Нет, я не сломал. Ты уже работал. Просто я там работал и допоздна. Думаю, заскочу на велосипед, а мне домой с работы по этой же улице, только на горочку чуть-чуть. А зачем я тормоза, думаю? На горку ехать, а по переулку я свезу его там, и все. И, короче, это самое, с гаража вылетаю, думаю, сейчас, а что, часов 12, знаешь, 11. С гаража выезжаю на улицу, и надо же такси. А что, тормоза нету, она... Назад. А пока я крутился назад, она мне шарахнула, и все. Думаю, да. И ногу, да, сильно сломал ты или что-то? Да, ногу вырвал, рваная рана. Ну, не я помню, у тебя шрам есть, да, такой какой-то, как звездочкой. Поэтому папа ушел в армию, не со своим призывом. Да, отсрочку дали. Я пошел. Это прям перед 18-летними летами? Не 18 пошел, да. Из-за травмы? А ты ждала бедно, да, его так долго? Я говорю, да что, нет, у нас закон такой. Я хотел раньше пойти со своим родом. Да.